пришли на завтрак. Тут сейчас хлебушка возьму себе кусочек. Все, это весь мой завтрак будет. Вот такой. Хлопья, каша непонятная. Яйца, вот запеканочку я себе возьму. Пару кусочков попробуем. Дальше омлет и овощи на пару. Дальше сосиски и рис. Сосиски. Это я просто Кристине еще сразу беру. Вы не подумайте, я столько много не ем. Можете и даже и думать. Сейчас вот тебе столько хватит сосисек. Я себе еще одну возьму и попробую. Это омлет. Это запеканка. Будешь? Запеканка? Да. И тут что у нас? Тут тефтели и гречка. Дальше. Помидоры, огурцы. Вот помидорчики возьмем, огурчики. Так, джем давай еще возьмем. С черносмородиной. Джем. Ну, варенье. С смородиной. Я тоже хочу. Давай тебе намажу на борт. Кетчуп, горчица. Что? Хорошо. И чай. Все. Так, джем давай еще возьмем. С черносмородиной. Джем. Ну, варенье. С смородиной. Я тоже хочу. Давай тебе намажу на борт. Кетчуп, горчица. Что? Хорошо. И чай. Вот время 9:30 утра. Еще такие вот сумерки. Ребята, это не церковь, это собор, да. Прикольно, красиво очень. А все, вот и елочка погасла, прямо на глазах. Что там за лошадь, тебя смотрит? Что за лошадь? Такой тут туннель. Ну что, мы собрались. Едем теперь в Петербург, из этой гостиницы уезжаем. Мы сейчас ездим в Петербург, потом в Кронштадт заедем. Так как в гостинице Москва заселение после 2 часов, чтобы нам время зря даром не терять, мы сейчас поедем погуляем, на экскурсию съездим. В Петербург мы были в том году, но вы-то не были, поэтому я сейчас для вас там поснимаю кое-что, покажу, что да как, да и сами все посмотрим. Так что все, погнали, отправляемся теперь. Доехали мы до Петергофа, ехали 37 километров, минут 40, дороги вообще свободные, вообще никого нет. Но оно и понятно, сегодня все салатики крышат, оливьешечки, шубы, что там еще, крабовые. А я первый год отдыхаю, ни разу до этого не отдыхала, так все время салаты, салаты, готовка. А в этот год отдохну, я уже наготовилась, вы сами видели. Сейчас пришли в буфет. Пекин. Пашечке надо кофе попить. Он сказал, все экскурсии только через буфет. Так, а что это он кушает, наш маленький? Борщ заказал себе. Я себе гороховый суп заказала. Кристина, а ты что? Ну, не стесняйся. Давай, говори, Кристина. Мороженое. Мороженое. Сейчас тебе принесут, да. Ну, тут красиво. Красивое кафе. Такая еще там на втором этаже тоже так же. Зашли мы в Петергоф. Но тут один Алиэкспресс ходит, смотрит. Новогодние праздники, Алиэкспресс не работает, они все в Петергофе. Фонтаны. Сейчас спустимся вниз и дойдем до Финского залива, посмотрим. А потом пойдем внутрь сейчас на экскурсию. В сам дворец этот. Красота. Народу вообще никого нет.
Как выглядел Петергоф во время войны? Вот в 1944 году, это вот то, что от него осталось после войны. Представляете, гляньте вообще. А это как его, да, восстановили сейчас. Красота. Молодцы, однако. Глянь, даже Кристинку фоткают китайцы. Это глянь, русская девочка, она еще. Глянь, с Кристиной фотографируется, обосышься. Так, пошли-ка, пош деньги брать. Сейчас мы 500 рублей за фотографию. Тут сейчас подзаработаем. Ну-ка, пошли-ка, пошли-ка. Не, вы видели, ребят? Ой, еще даже целуются. Тут такая табличка стоит. Осторожно, белки. А вот она, белочка. Вот она, гляньте. Ой, 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 такая классная. Саша, уйди. Тебя просили. Да. И вот она, еще одна. Вот она. Нянь, какая классная белочка. Все, убежала. Тут их, значит, много. Раз таблиц понавешали, осторожно, белки. Белка, белка, белка. Сюда, сюда. О, она убежала, все. А вон и на том берегу белочки бегают. Тут везде белочки. Белка. Глянь, как классно. Белка, белка, белка. Роет, роет себе норку. А вон, вон там тоже, видишь, вон она, белочка бегает на том берегу. Финский залив. Я лежу на пляжу. Китайцы сейчас купаться пойдут, уже там поразделись. Very much орут. Сейчас поближе еще подойдем, покажу вам тоже. Это вот такая красота, тишина, вообще тишина. Ой. Кристинку опять фотоют. Не хао, говорит, не хао. А мы что-то с Пашечкой не пользуемся спросом. Хоть бы кому-нибудь попозировать. Никто нас не берет к себе в кадр. Тут такие две елочки и вход. Но это не центральный вход, это вот с другой стороны. Сзади дворца этого вход, где сад. Значит, с одной стороны получается стой фонтаны и Финский залив, а с другой сады. Конечно, летом тут очень красиво. Все, внутрь мы не попали, потому что все закрыто везде. Мы тут обошли кругом, там кругом. Все закрыто, везде все закрыто. Вот подъезжаем к отелю Москва. Такой огромный вообще он. Просто. Громила. Классно, тут, конечно, уже красиво. О, пивной ресторанчик, отлично. Елочка такая тут. Вот такой номер у нас в гостинице в этой. И телевизор побольше. Окно большое. Это получается тут. Это Кристина тоже спит, храпит, да. Кондиционер есть.
Даже бутылочку винца. Вот. Welcome. Добро пожаловать. Так, что тут у нас? Тут стаканы, салфетки. Тут холодильник. Ну-ка. Пусто. Новый год отмечать нечего. Я думала, оливьешечку положат, но нет. Так, окно. Ну, тут без балкона. Тут окно. Дальше. Тут шторка. Можно ее вот так вот навесить. Можно ее вот так вот открыть. И тут вот кровать. Сейчас, Кристина, подожди. Тут вот такая кровать. Тут маленький телевизор. А кто? Сейчас... Вот такой вид у нас тут из окна на дорогу. Красота. Тут тоже кондиционер висит. И тут выход в ванную комнату. Так, и сама ванная комната. Ванна. Тут зеркало. Тут зеркало. Вот тут туалет, полотенце, все понятно. Все, тут вот входная дверь. Вот получается входная дверь, мы входим, тут ванна, тут вот так прихожая. Так, значит, сейчас мы собираемся, едем в магазин «Лента», нам надо кое-что прикупить на праздничный стол, будем готовить сегодня, так по чуть-чуть, оливьешечку да под шубой. Не-не-не, этого не будет, какие-нибудь закусочки сейчас купим, фруктиков, и съездим еще в музей Фаберже. Да, потому что время есть, сейчас только 2 часа дня, так что гуляем сегодня по полной, как всегда. С Петергофа приехали, теперь надо в музей Фаберже ехать. Все, увидимся. Это музей Фаберже. Поднимаемся на второй этаж. Сейчас. Конечно, роскошно. Это не так понимаю.
какой-то магазин с сувенирами. Яички по 10 тысяч. По 12. Кристин, какой тебе? Выбирай. Да я пошутила. А то сейчас выберет вот это. Тысяч за 30. Вот такой стол у нас получился, я тут накрыла. Ну, тут фруктики в основном. Итак, сырок, вот колбаска, бутерброды с икрой, с красной рыбы я сделала, сыром творожным намазала, помидорчики порезала, мандаринчики помыла, ананас порезала, виноград помыла, сыр нарезала. Это пармезан и с плесенью, и дальше колбаса и лаваш, и морковь по-корейски, и спаржа, все, и шампанское. Мы тут уже открыли, выпили по стаканчику. Ну, вернее, Пашечка стаканчик, а я вон глоточек. Сейчас мы проводим старый Новый год. Вы тоже все провожайте. И дальше мы двинемся на Дворцовую площадь. Наверное, такси поедем, потому что я выпила. Пашечка тоже выпил. Да и, наверное, на машине там делать нечего. Ну, посмотрим, сейчас решим. Новый год мы встретили в пробке. Ехали на Дворцовую площадь, но туда пробище, вы просто себе не представляете. Мы час туда ехали, час назад. Вот сейчас приехали, к коктейлю вернулись. Так что я вас поздравляю. Ну ладно, это все ерунда. Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю вам, чтобы все ваши мечты исполнились в Новом году, чтобы год был для вас еще лучше, чем предыдущий. Тот был тоже хороший, но чтобы с каждым годом все было лучше и лучше, и лучше, и лучше. С Новым годом! Ура! Новый год! Но на этом я буду с вами прощаться. Пойдем мы праздновать и спать. Всем пока-пока. И да, много не пейте. И не ешьте тоже.